В Мангистау трех военнослужащих подозревают в жестоком убийстве 59-летнего мужчины. По версии следствия, они отрезали голову жертве и закопали труп. Погибший несколько дней числился пропавшим без вести. При службе региональной полиции сообщили о задержании двух подозреваемых. Двое подозреваемых в похищении и убийстве человека водворены в изолятор временного содержания. По задержанию третьего подозреваемого проводятся оперативно-розыскные мероприятия, проводится расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.